знаю, для чего они вообще здесь нужны. Собственно-то они здесь и не нужны. Да? Мы так думаем, что не нужны. Конечно. А может, им нужны, не знаю. Для чего они нужны? Для того, чтобы не пропускать машины? Для чего? Мы вообще никак не понимаем. Пустая трата денег, считаю. Ну, я думаю, они только мешают. Люди проезжают постоянно, машины ходят. А тут что за блажь? Машина в час проходит, шлагбаум. А, в принципе, дорожное движение это должно быть равнозначным. И должны все пользоваться дорогами в равной степени. Ну, раз стоят, значит, нужны? Нет, не нужны здесь. Почему? Неправильно уже поставили шлагбаум. Потому что мешает, народу мешает, и людям мешает. Просто пробки, люди забивают его. Проезд даже не то, что для правительства проехать нельзя, а другим проехать. Просто как, используют как стоянку и все. В принципе, нужны, наверное. Потому что все равно, как бы, я считаю, что наше правительство должно как-то упорядочить движение у себя. Потому что у нас и так много машин. А в принципе, потребности горожан для того, чтобы проезжать мимо правительства, я думаю, не так много. В принципе, все нормально, я считаю. Ну, если движение какое-то большое, может, сгодится для чего-то. Не знаю.